Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы рассмотрим карту, которая называется Farm Town 2. Это карта для FS17, русская. Вот, ну и давайте мы сегодня по ней пробежимся, посмотрим, что она нам предоставляет, какие возможности, ну и что вообще на ней есть. Значит, сама карта выглядит вот таким вот образом. Вот сами можете видеть ее размеры, ее количество полей. Полей где-то, если я не ошибаюсь, около 80. Вот если посмотреть по числам, да, вот смотрите, 60, 68, 70, ну где-то около 80-85. Также в наличии у нас имеется 8 полей. 8 полей, это вот. Раз, два, три, четыре, пять, так, остальные я не нахожу, но в общем где-то около 8. Так, давайте вот так вот посмотрим, смотрите, чтобы было более полегче. 64, так, раз, два, три. 4, 5, 6, так, 6, почему-то 6, вроде бы было 8, я считал, но не суть, ладно. Около 6 полей, на которых у нас имеется и луга, и пустые поля, и уже засеянные чем-нибудь, вот как здесь, здесь, вот здесь, например, луга, и вот также здесь тоже луг. Давайте включим обратно. Также данная карта предоставляет множество всяких производств. Вот, например, давайте посмотрим. Это у нас, так, леспромхоз, продажа топлива, овощебаза, мельница есть, элеватор в деревне. Садовый центр, теплоцентраль, прядильня, товарный склад, транспортная компания, биогаз, товарная станция. Ну, в общем, это пункты продажи. Вот, а сами производства, я прошу прощения, это сами производства, вот они. Так, давайте посмотрим. Это мясокомбинат, это площадка номер один. Место хранения, площадка номер два. Дальше у нас есть триггер, где мы можем брать воду. Маслоэкстракционный завод, сахарный крахмальный завод есть. Мехток, база, пилорама. Ну и вроде бы все сказал. Все производства. Ну, в принципе, достаточно. Достаточно для данной карты. Культуры у нас стандартные, мы можем видеть. Так, ну и посмотрим по, вот они, точки продажи, сами видите. Ну и по культурам, культуры добавлены вот такие вот дополнительные. Ну это не культуры, а именно производство. То есть мясокомбинат и различные еще здесь мука. Масло, доски, куча всего еще. Я еще сам, по сути, не разобрался. Ну, вот непонятно, что вот это такое. То есть, это у нас текстура щепы, вроде бы, когда? Или нет? А, нет, щепа, вот. Вот это что-то вроде одинаково, но непонятно. Даже вот, смотрите, на мясокомбинат. У нас получается, подождите, а нет, это мясо. Мясо, да? Так, а, я хотел посмотреть на мясокомбинате, принимает ли у нас животных и каких. Наверное, видимо, свиней, скорее всего. Вот, ну и
Что насчет техники? Техника также имеется, но я вам ее показать не могу. Не могу показать, потому как ее нету. Далее. Далее здесь у нас, смотрите, над каждым триггером есть табличка, где у нас написано, что сюда разгружать и что здесь имеется. В общем, запутаться нельзя. Все везде написано и понятно, где что у нас находится. Смотрите, здесь, например, производство семян. Вот даже значок есть. И вот она сама, сам этот... Здесь контейнер и процесс производства семян. Так, переходим дальше. Давайте с самого верха. Что у нас за место хранения? Здесь у нас, видимо, тоже имеется какая-то площадка, но и также, скорее всего, это какой-то, видимо, склад. Склад для различных культур, которые мы привозим. Честно говоря, еще сам по сути не разобрался. Будем смотреть в процессе игры. Также имеется площадка. Что за площадка? Ну, обычная площадка, видимо, для каких-то производств, либо для техники. Так, это у нас точка продажи Леспромхоз. Здесь мы, скорее всего, продаем доски. Давайте посмотрим. Леспромхоз. Что мы сюда свозим? Да, доски. Вот здесь у нас продажа досок. Далее смотрим. Ну, это у нас сарай. Здесь мы продаем солому, тюки, силос и так далее. Все, что еще можно продать. Здесь у нас имеется продажа топлива. Вот в таком вот интересном месте, да? Так, мясокомбинат. Вот, например, вот такой вот мясокомбинат. Сюда мы привозим животных. И здесь мы получаем колбасу и мясо. Животных мы привозим вот сюда, вот в этот отдел. Выгрузка животных написано. Так, далее. Ну, очередная площадка. Овощебаза имеется. Здесь мы привозим, скорее всего, картофель, свеклу. Вот. Ну и, может быть, еще другие продукты, потому как там у нас это вообще имеется, это считается как пункт продажи. Мельница. Сюда мы будем привозить вроде как муку, которую будем получать. Так, мельница, нет, погодите, не муку, а зерно. Муку будем забирать. Так, здесь у нас биогаз. Вот так вот он выглядит. Значит, вот он въезд. Здесь у нас разгрузка происходит. Здесь еще одно некое производство на биогазе. Также имеется, вот они, вот место для хранения сечки. И несколько емкостей. Пока мисс не понял, что в них нужно ставить. Вот здесь какая-то... ну, топливо, да, мы грузим топливо, а на выходе что-то получаем, непонятно. На английском вроде как написано. А, или, погодите, или это может быть просто... просто может быть хранение топлива, не знаю. Если вы в курсе, можете, конечно, написать. Продолжаем дальше. Здесь у нас что имеется еще? Вот, например, маслоэкстракционный завод. Тоже есть куча всяких триггеров, куда нужно всего привозить. Также здесь у нас имеется еще... О, мы можем, смотрите, наверное, даже и зайти туда. Ну да, смотрите. Заходим. Здесь у нас вот... триггер на разгрузку. Интересно, что сюда можно грузить. Также здесь, смотрите, лузга. Сюда грузим, привозим. И сюда жмых.
Вот. Ну и с той стороны сейчас мы посмотрим тоже, что там имеется. А вроде бы ничего. Для разгрузки ничего. Так, хорошо, переходим дальше. Элеватор в деревне есть какой-то. Давайте посмотрим, что за элеватор. Ну, тоже очередной пункт разгрузки, скорее всего. Вот, ничего необычного. Сахарно-крахмальный завод. Вот здесь поинтереснее. Смотрите, здесь привозим тростник, здесь картоха. Смотрите, как свекла. Но есть проблема. У меня не остановлен DLC, поэтому тростник сюда возить не сможем. Сахар. А, погодите, это точка производств, скорее всего. То есть, помните, мы только что были на маслоэкстракционном заводе, там же мы их не привозим, а забираем, скорее всего, потому что вот эти вот такие вот полоски были. Желтый сахар и крахмал. Вот. Скорее всего, что-то одно из этих мы уже сказали, вот, из перечисленных. Вот, наверное, что-то из этого крахмал. Сахар. Короче, надо разобраться по картинкам. Ну, это точно доски, масло. Это не совсем понятно. Сахар. Это тоже пока месть. Вот колбаса, мясо. Что-то из этого жмых. Может быть, лузга и что-то еще. Так, хорошо, переходим дальше. Что у нас дальше? Ну, садовый центр, мы там покупаем саженцы. Это вы знаете. Пилорама. Пилорама выглядит довольно-таки тоже интересно. Здесь у нас тоже куча всяких производств. Доски можно делать. Сипу. Куча тоже топлива. Надо завозить. В общем, тоже много интересного. Вот и сама щеподробилка, как и в карте Панков. Тоже довольно-таки интересное. Загрузил и все, и забыл. Так, но здесь ничего такого необычного. Так, и последний, кажется, последняя метка производств, это у нас мехток. Что мы сюда привозим, пока здесь тоже непонятно. Что-то да привозим. Также имеется точка продажи техники здесь, как ни странно, да. Давайте посмотрим сам магазин, где находится. Вот он. В таком вот виде он выглядит. Здесь мы получаем технику. И также я не нашел, где у нас можно здесь точка. Вот такая должна быть. По кредитам. Не нашел эту иконку, не знаю где. Так, еще одна, смотрите. Перекупщик животных. Здесь мы можем перекупать животных у производителя самого. Вот сюда надо будет приезжать и забирать их. Так, ну и что у нас здесь еще? Остались три пункта продажи. Это у нас товарный склад. Вот тот же что-то там пишет. А, погодите, это у нас. О, здесь мы же пояс можем отправлять. Вот это интересно. А я не знал, что у нас есть. Хотя здесь поездов вроде бы как нету. Да, карта не поддерживает поезда. Так, транспортная компания. Вот. Тоже одна из прибыльных точек продаж обычно, потому что это увозится за границу. Хотя, смотрите, здесь и здесь есть рычаг. Что-то я, погодите, не пойму. У нас имеется. А, с товарного склада можно отправлять и с транспортной компании. Смотрите, с двух сторон. То есть у нас имеется отправка поезда. Ну что ж, занятно. Да, вон там у нас еще один поезд. Так, ну и последняя точка — это предельня. Здесь мы продаем
шерсть. Вот сюда свозим. Так, посмотрим на наши... Ой-ой-ой. Загоны. Это овчарня. Здесь у нас овцы. Вот. Место для разгрузки корма. Ну, также небольшой. А, так это мы находимся в нем. Вот, что-то я не понял. Думаю, что это триггер внутри находится. Здесь оказывается... Так, а здесь у нас производство поддонов, скорее всего. И сюда их мы их будем складывать. Вот. Также лужок для них имеется. Так, ну и рядом здесь неподалеку коровы. Тоже, смотрите, у них довольно-таки большое пастбище. Огромнейшее. Тоже, что им нехило так им повезло. Я вам скажу. Хорошая такая территория. Ну и здесь уже, смотрите, молоко имеется. Здесь имеется у нас... Так, вот он. Сам коровник. Здесь у нас вот триггер на разгрузку. И оказывается, здесь надо будет еще убирать навоз, который здесь будет скапливаться. Так, ну мы это все с вами увидим в течение... нашего прохождения. Также у нас все будут и коровы, и все, что хотите, будет. Так, ну, в общем, все. Вроде бы я все показал, что я хотел. Да. Вот такой вот обзор. Вот такая вот карта. Если хотите. Еще раз, она называется Farm Town 2. Такое вот необычное название. Так что, если захотите, можете скачивать, играть и наслаждаться. Так, ну а что по поводу леса? Кстати, да, вот насчет леса я не обратил внимания у нас. А, вот что-то есть, смотрите. Ну-ка, возле мясокомбинат. Смотрите, здесь точно... Вот он, лесопосад. Где мы можем их вырубать и увозить на... эту самую, на лесопилку. То есть я как-то, смотрите, и дорожка такая интересная, как будто через лесок проезжаем. Ну, в общем, вот он, весь обзор. Не подробный, но кратко так вот примерно посмотрели, что у нас есть, что нам карта предоставляет, смотрите. Речка небольшая здесь, озерцо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.